Друзья, я нахожусь рядом с дебютантом Николаем Грозевым, который сегодня одержал очень уверенную победу над серьезным оппонентом Эдуардом Лазаревичем. Расскажи, как прошел поединок и какие у тебя ощущения после этой победы и после этого дебюта? Спасибо за поздравление. Поединок прошел хорошо. Я думал, что выиграю раньше, но дошли до третьего раунда. Выиграл болевым на руку. Там оставалось 20 секунд до конца поединка, и слава богу, что смог вытащить досрочную победу. Ну а если бы судейское решение, все-таки бы бой дошел до судейского решения, ты уверен был, чтобы ты забрал победу? Да, конечно, я там доминировал каждый раунд там. И по-любому выиграл бы даже решением. Чем тебя удивил Эдуард Лазаревич? Стойкий пацан такой, оказался характерным. Короче, нормально. Видно было, что подготовился хорошо к этому бою. Дыхалка хорошая тоже у него была. Я понял. Ну, а можешь рассказать, тебя уже поздравил твой друг Конор? Да, там поставил уже пару фоток, видел в своем сторис в Инстаграме. Ну, это уже нормально. Сейчас congratulations. Слушай, ну, ты очень круто дебютировал. Ты еще приедешь в Украину? Не могу обещать, но я думаю, что приедем еще, да. За новыми победами? Всегда за победами, только за победами. Ну, вы тогда, когда приезжаете, в следующий раз привезите, пожалуйста, Proper 12, пару бутылочек. Это обязательно. Принесем ящик минимум на следующий раз. Я понял. Кого бы хотел бы поблагодарить? Хотел бы, во-первых, поблагодарю организацию за такое хорошее шоу. И, конечно же, всех болельщиков, которые поддерживали нас. Короче, всех болельщиков, да. Благодарен всем от души. Я понял. Большое тебе спасибо, что дебютировал именно у нас, в нашей лиге. Ждем тебя еще сюда с новыми боями и, соответственно, с новыми победами. Всего тебе хорошего и наилучшего. Восстанавливайся. Генеральный партнер «Паримач». Титульный партнер «Немиров».